Public is very much interested to know the purpose of your arrival. I come to gather. Hey. What? To gather thesis, I say. I'm not only a soldier. And in such a region, there are rarest specimens to meet. Oh, I see. Daisy. Well, thanks a lot, Colonel. You know, your English is excellent. Do you know any other languages too? I know a language necessary to my empire. Which is that? Russian. Ruski. Поете, друзья. А главное, в городе надо, чтобы было тихо. Японцы только и ждут, чтобы... Японцы! Плевал на своих японцев. Дай мне троих, а мы троих не возьмешь. Почему? Они чит создают. Вырвай их. Ты меня знаешь? Бублик это. Как не знать? Бублик. Там сразу и говорили. Здесь, мол, нельзя. Понятно? Пожалуйста, садитесь, садитесь. Пожалуйста, господин поручик, дайте мне список японских подданных,
проживающих в городе. Вы знаете Уцида, господин Гурисин? Хорошо. Уцида. Очень поздно, но для русского господина, пожалуйста. いきなり見つけましたね。いきなり見つけました。誰ですか。芸者です。芸者ですか。いきなしまだや本当にそうだね。ちょいといちょがい。 いいですか。 Хорошо. Вы свободны до 12 часов. Антони Солдане, что это? Ясно. Хамбу!
Так-так. Покойнички еще тепленькие, а объявление уже расклеено. Вот техника. Ну, сейчас по домам. А в 3 часа в депо у Трофимыча. Пошли. Здесь, в городе, открыто сопротивление сейчас бесполезно. Надо поднимать тайгу. Андрей. Андрей, ну что? Вот только что получено из Москвы. От Владимира Ильича. Мы считаем положение весьма серьезным. И самым категорическим образом предупреждаем, товарищи, не делайте себе иллюзий. Японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Все ясно. Ты, Андрей, сегодня же вечером выйдешь в тайгу. Хорошо. Трофимыч подбросит тебя на своей овечке. Товарищ Андрей у нас поживет. Ты его свезешь. А как же ведь белые у нас? Вчера пришли. Белые? Кто? Не то колчаки, не то катери, а может и калмыковцы. Может, теперь опасно туда? А где теперь не опасно? Калиш-то экстренное. Так ты мне вот, Семен Николаевич. Можете не сомневаться. Я, можно сказать, и попал-то в эти края за беспокойство характера. И любопытство к революции. Будем знакомы. Ну что ж, молчите, мужички. Я повторяю свой вопрос. Где спрятано оружие? Куда девались коммунисты? Комиссары где? Павел Квитко, выходи. Нету его. Убежал на Амур. Убежал. Ладно. Кузьма Трепов, Федор Бездомный, Иван Бугарков. Вперед. Ну? Может, не слышите? Выходи, говорю. Квитко, отец. Да все убежали. Так. А есть здесь Егор Квитко. Я ваш тут, вроде. Ты, Егор, в армии служил. Так точно, ваше. Русско-японскую компанию в крепости Портакуре. Георгиевский кавалер, он, ваше благородие. Вижу. Очень хорошо. И как же это, Егор, все вышло, что твой сын с красной сволочью удрал? Против своей родины пошел. Против русской армии. Ваше благородие. Красные, они не японцы какие-нибудь.
как рассуждаешь. Пой. Гимн, национальный гимн, пой, сукин сын. Боже, царя храни, сильной державной, голос плохой. А ваше вроде не Кеной, а Георгиевской кавалер. А я вас искал. Есть приказ немедленно выступить для встречи сопровождения японских войск. Парня, девка! Тебя-то вот, видно, душить некому! А ты попробуй, обними, может, и выдержу! Топай, топай, обнимальщик! Бог милости пошлет! Могли бы и по-нарошному целоваться. А то обрадовался. Старик этот, Егор, с нашей деревни, сын у него большевик. Огонька у вас не найдется, случайно? Да вот старче помирить не согласен, не покуривший. А тот? А тот был не курящий. А ну, давай-ка огня! А нет, катись к чертовой матери! Погоди-ка, приятель, дай-ка я сам достану! Thank you.
Теперь-то хоть руки развяжите, дьяволы. Теперь все зависит от нас самих. Москва, она, конечно, поможет. Но ведь от Москвы-то сюда 10 000 верст. Да, много. А каждую версту им надо взять с боя. А вы в Москве были? Был. А Ленина видели? Видел. Наши идут, что в засаде были! Братцы, дело-то какое? Стало быть, обманом взяли нас беляки. Сидим мы в засаде, видим, с другого конца солдаты выходят. И у каждого вокруг фуражки красная полоска. Тут кто-то и крикни, свои это красные. Повыскакали все на дорогу, машем им, значит, кричим. Эх, полоснули они по нашему крику пулеметов. Более половины там и осталось. Вот только мы и ушли. А старшего нашего командира кое-как с собой унесли. Товарищи, командир ваш пал не от белогвардейской пули. Солдаты эти с красными околышами — новый и более опасный враг. Японцы. Настало время. Не сегодня, завтра. Придется нам собирать силы. Кто здесь, граждане? Командир. Ну, командир, спрашиваю, кто? А вам что, товарищ? Вот, прибыли на пополнение, как желающие стать красными партизанами. Ну что ж, дело хорошее. Располагайтесь пока, а потом решим, как и что. Ага. Вы бы, товарищ, распорядились насчет покойного. Поставьте караул. А завтра мы организуем похороны. Да, вот еще. Как освободитесь, приходите. Мы с вами поговорим. Ага, хорошо. О, Егор, здорово! О, я Федя! Ну, как ты, брат? Да ничего, ничего. Маша, у меня есть для вас дело. Только опасное. Я не боюсь. Надо пробраться в город и наладить связь с партией. Согласны? Да. Есть. А вы воевать-то умеете? Я? Да. До сих пор не приходилось.
Эх, обнял бы я тебя в тайге, чертова морда. Один на один. Хорошо. Очень хорошо. 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 Дедушка, ури. Текио, отойди така. Илмасин. Око отнеси, собака. Ага. А, как хорошо. Утром надзорька, бурячий, находа. Только я не имею ружья, дробовника. Можно кто-нибудь имеет ружья? Как не иметь? Вы же охотники. Ну, пожалуйста, принеси. Через два часа сдать все оружие, то не сдать. Для антихриста, как есть. Штеки дана. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Кусацу я и тако, и ти дова, ой, дедока, ща. Ну, погоди, дай срок. В народе слух прошел. Тайге партизаны силу копят. Размазинушка, это ты не стой, не
Тимийский это. Староверы то есть. А ну, давай кисеты. Уж я их не обычай насквозь изучил. Ложки, чашки не дадут. Грех по их небе. Ну, это ты, Егор. Кушайте на доброе здоровье. Вот спасибо, хозяюшка. Поставь, пусть курит. Да и вы курите, если хочется. Да может, у вас и табачку-то нет. Я сейчас. Да ты что, ты веру сменяла, что ли? Знаешь, вам за табачок-то на том свете. Что там на том свете? Вот. Старику моему японский начальник подарил. А потом его и расстреляли. Не забудем и это. Здорово, Маш. А это Бублик. Тифозный. Да, тифозный. Thank you.
идти. Чего тебе идти? Хочу здесь, со всеми нами. Егор! А где все остальные? А я их всех в наряд назначил. Караул, то есть. Так, я пойду, мне проверить надо. Машенька, а ты теперь смотри там, в городе, поосторожнее, без нас. Передай там в городе, что все в порядке. Лошади! Много кони давай! Так, коней нету такие. Будут лошади. Так нету лошадок. Ах, как жаль. А ну, хрычи! Впрягайтесь сами. Только чур осторожней. Не трясти на ухабах. Так вы что ж, бунтовать вздумали? А ну, живей! Так чё, старики, нонче на их улице праздник. Прягать мне, да я повезем.
Что, старички, будут лошади? Братцы, кони ты из нашей деревни. А верно. И на первой подводе мой батька сидит. Вот старый черт. А. Давай, рыжай. А. Как же стрелять-то? Своих пораним. А пущай не возят японцев. А, дурья голова, да они ж не по своей воле. И коней жалко. А тебе кого жальче-то? Коня или батька? Стрелять надо, товарищ командир. А то войски что-нибудь удумают. К примеру, мой батька хитрый, как дьявол. Партизан дом! Это выехать хочу! Ой, Тихо! Товарищ, а? Что? Тебе же неудобно. Я ж белку в глаз бью. Кончик. Что? Штыкиба, а? Да штыков-то маловато. Книжечка, Егор, у каждого японского солдата. Понятно? Ну так вот, пусть он там им и расскажет, что к чему. Уходи. Ты смотри, куда захотели. Вплоть до Байкала, а? И сукины дети.
Черт его знает, товарищ командир. Не идет он, и все. Я и так, и это. Не идет, проклятый. Спасибо. Карарам начнет чесаться самая маскара. Вроде как он говорит, что его там все равно расстреляют. Ишь ты, страсти какие. Вот спасибо. Курасер Томотти, Осараскатта. Чего-чего? Ай? Курасер Томотти, Осараскатта. Он думал, что его в плену-то убьют. Покаримаста. И что же у нас? Еще один японец выискался. Видать, здорово они вас в Порт-Артуре проучили. Герчиков. И Артур оставил. Поучили, то верно. Конечно, которые совсем дураки, так тех уж ничто не научит. Ну-ну-ну. Ну ты бы вот, милый друг, побрился, а то пленных пугаешь. Ну вот я, к примеру, моряк. Да моряк, моряк, ну, матрос. Так, ну плавай. Вот, только с машиной, так. Ту-ту. Так, а ты что делаешь? Ты. Вот я моряк, я. А ты? Я вот. Ту-ту, а ты? Подожди, вот. Портной, какой прикмаш? Давай.
Связь с дивизией генерала Ямада прервана. Где обрыв? Кажется, в узловом пункте разъезда 190. Опять, наверное, партизаны. Замолчать! Он подошка! Заеду к Ямаду. Осиное гнездо! Осиное, господин полковник. Вольному воля, а мы в тайгу. Трогай!
Подтянись! Подтянись, ребята! И домой идем! Бабы-то поди заждались! Какие пельмени угощать будут? Как на тот бугорок войдем, так мы и дома. Юрик, ты патронташ-то через плечо надел. А ну, Филя, отпевай. Гуляют на топах седые бураны под снежным покровом тайга. Безмолвно суровые шли партизаны, отряды теснили врага. Начальник штаба слушает. Да-да. Что? Хорошо. Два офицера и один унтер-офицер? Отлично, отлично, передам командующему. Это Терехов, командир кавотряда. Согласились такие японцы завязать глаза-то, а? Видно, припекло им без связи-то. Снимайте кокитель, Валерий Яковлевич, я вам тоже звездочку пришью. Третьим парламентеру в полной форме. Бабушка. Иди. Иди, ядрёна бабушка. Вот, вот, вот. Местом переговора
Мем Эльдангат, станция Зимовка. Это зона, где действует японская императорская армия. Но на время переговора станция имеет стать нейтральной. И туда мы разрешаем. Также превращаем ваши храбрые отряды. Японское войско не станет повредить. Хорошо. Мы запросим наше командование. Хорошо. Хорошо, очень хорошо. Значит, вы все-таки решаете ехать? Красная армия идет сюда. Одних наших сил недостаточно. Значит, нужно выиграть время. Да. Да, но вы отряды, батенька, туда хотите вести? Возьму роту Бублика для представительства. Поедем? Поедем. А куда? Тигру в пасть. Ты вот, Егор, охотник. Ну. И должен знать, чтобы поймать тигренка, надо влезть в берлогу тигра. Я предлагаю выпить за Россию. Вы знаете, пожалуйста, я жил в Петербурге около 2 года. Ваша литература, Пушкин, Толстой, Чехов, Грибоедов, как там попутешествуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Хорошо, очень хорошо. А ваша театр, Парета, вы знаете, после него я не могу смотреть на мясо гейша. Ужасно. Плохо. Очень плохо. Да. Мы в Японии очень любим русский народа. И потому помогаете его врагам. Что? А, мы не хотим мешаться в борьбу партий. Но помогаете монархистам против большевиков. И помочь хотите? Вплоть до Байкала. Никак не ближе. Почему? Мы хотим только помочь сделать этот богатый, теперь пустынный край процветающим. Да и мы хотим того же. Но думаем это сделать как-нибудь сами. А, но какой еще темой? А, пожалуйста. Вот
вы лично, какую систему вы уважаете? Ленинскую или нормальную? Ленинскую. Потому что она и есть самая нормальная. Командование японской императорской армии предлагает заключить перемирие как подготовку к эвакуации наших войск. Действия обоих сторон прекращаются. Особенно партизаны не разрушают нашу телеграфу. Хорошо. Я сообщу об этих условиях своему командованию. Но пока мы имеем подписать это предварительное согласие. Пожалуйста. Видите ли, я привык подписывать документы, текст которых мне понятен. Конечно, конечно. Я буду переводить и вам. Зачем же? Я предпочитаю вызвать своего переводчика. Хорошо. Хотите откровенный разговор двух мужчин? Вы забыли наши уроки. Могу напоминать. Мукден, Порт-Артур. Мы помним Цусиму. А вот вы забыли, что тогда вы имели дело с царской армией, а теперь вы встречаете весь вооруженный народ. И там, и тут солдаты с ружьем. Не вижу. Почему разница? Увидите. Теперь русскому народу есть что защищать. И все население страны встанет живой стеной. И что же? Пожалуйста. Война есть война. Берегитесь. Кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря может пройти уже по вашей японской земле. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, мы в Японии говорим, Россия – страна Руси. Японское солнце зайдет, роса высохнет. Пока солнце взойдет, роса очи выест. Так говорит наш народ. Ваш народ. Ваш народ может только разрушать, как разорила всю Россию. Вот так. Так, вы не будете подписать? Нет,
не подпишу. Подумайте хорошо, прежде чем еще сказать нет. Хорошо. Я буду писать и бумагу на русском языке. Так. А когда ожидается появление на свет всего бесстрашного подпольщика? Ой, осталось только 2 месяца, Семен Николаевич. Страшно. Семен Николаевич, я ужас как боюсь. Чего боитесь? Да что я с ним сейчас буду делать? Подкините его мне, старому холостяку. Ой, вы все шутите, Семен Николаевич. А ведь правда, время-то нынче совсем не подходящее. Неверно! Время самое подходящее! Андрей! Ой, ты все слышал? Вот японец говорит, край, мол, пустынный. А теперь одним человеком будет больше, и то хорошо. Ты знаешь, я ведь на силу сюда добралась, если бы не Андрей Андреевич. Кто? Ну, Андрей Андреевич. Это я его так называю. А-а-а. Он мне помогал при всех проверках. Да что ты. Ой, да, комитет прислал тебе письмо. Вот, читай. Остальное я расскажу тебе на словах. Главное, рассматривать заключенные перемирия как выигрыш времени. Ровно 4 часа по орудийному выстрелу. Я понимаю. Наша задача убрать его сразу, в начале боя. Okay.
Заснула? Я сейчас. Ничего, пиши. А который час? Хаяко Кутирае. Приготовиться. За мной? Выступили, сволочи. Я встав, а ты? Нет, я с тобой. Открывай! Мы все равно окружены! Чистая работа, господин Усижима. Окружены. Ладно. Живыми они нас не возьмут. Давай дверь! Луакинка! Луакин! Японцы-тарарам. Ладно, потом разберемся. А сейчас надо сматываться в тайгу. Задание выполнено. Перемирие заключено. Делать нам здесь больше нечего. Да, доклад мы комитету переправить бы надо. Да и об этом предательском выступлении. Я отвезу и расскажу все. Ты не бойся. Бублик здесь нужен будет. А я проеду, мне теперь легко. Я сейчас на станцию к Семену Николаевичу, и он меня сумеет отправить. Так вот, товарищи, станция, как видите, где сосредотачиваются бело-японские войска, и есть узловой стратегический пункт нашего фронта. А тактический ключ к позиции – командующая над этой станцией Сопка, Емелькина шапка. Сопка в наших руках. Но, товарищи, по имеющимся сведениям, завтра на рассвете японцы хотят ее захватить. Наша задача во что бы то ни стало удержать Сопку до прихода частей Красной Армии. Они будут здесь через сутки. А как у нас с патронами? Да, товарищи, но стрелять нельзя. Ах, нельзя!
Есть приказ. Какой там к черту приказ? Да что вы, ребята, что мы, шутки шутим или там, или что? Люди на смерть идут. Ты кровью не шути, командир. А ты кому подчиняешься? Я? Тебе. Ну, а я ревштабу. И вот приказ ревштаба. Приказываю до подхода регулярной армии категорически воздержаться от вооруженных столкновений с японцами, ни в коем случае не нарушая перемирия. И не поддаваться на возможные провокации. Это директива товарища Ленина. Особка. Стрелять нельзя. А может, штыками, а? Штыками тоже нельзя. Есть у меня одно предложение. Давайте обсудим. Ну, знаете, батенька, это случай военной истории не бывал. Даже Кляузовец и тот не предусмотрел. Тайга, брат, она всему научит. Только вот, успеем ли облить ее за ночь? Ну? Она ведь замерзнуть должна. Так ведь тем авралом такой каток устроен. Будут помнить Емелькину шапку. Pretty tough country, Colonel. Kind of hard to pick daisies around here. We shall wait until spring ends is now. How's the way? Передайте на ваше командование. Японское войско делает маневры. Только после первый выстрел. Оттуда начинать нашу ответный огонь. Замечайте, ответный. Ты что, гостинец
солнце боит сверху. Отставить! Ну, хоть ведерышко, вроде как играющий. Нельзя, зашибить можно. Ну, что ты будешь делать? Приготовься. Батарея! Огонь! Батарея, Полундра! Полундра! Большевик! Ничего воюешь? Твоя самурая? Нет! Ну, значит, ребята, самураев из нас не выйдет. И мы предлагаем японскому командованию выполнить, наконец, свои обещания и немедленно начать эвакуацию. А нам что вы предлагаете? Какие условия? Вам мы предлагаем сдачу без всяких условий. Видите ли, вы забываете о чести русского офицера. Скажите вы, русский офицер, какое солнце вы хотите видеть на Дальнем Востоке? То, которое красуется на японском флаге? Или... Считаю ваш вопрос несколько бестактным. И там, за проволокой, их последний оплот. Там, за проволокой, завтрашний день дальневосточного края. А ведь край-то свой, нашинский, как сказал Ильич. И это наше завтра мы возьмем с боя. Помните, товарищи, впереди жизнь. Позади мерзнет. Кого мерзнет, а у кого болит? Там люди в бой идут, а мы здесь без толку людей морозим. Ой, ой. Резерв мы, понимать это надо. Пять минут можно начать обстрел. Прикажите. Сагеки! Утей!
наших бьют, ты понимаешь, бьют наших. Не могу я здесь сидеть. Ты не один здесь сидишь. А я не могу. Вот возьму свой взвод и пойду. А я тебя убью. Ну что ты будешь делать? Товарищ командир. Да! Есть, товарищ командующий! Вперед! Танзай! Сообщить вам решение нашего главного командования. Через 48 часов наши войска вступят в город. К этому моменту последний японский солдат должен покинуть берег. В моей стране есть такой обычай, когда два самурая расстаются, они обмениваются чем-нибудь на памяти. Пожалуйста. Уж не знаю, полковник, что вам и предложить. Ну, хотя бы ваши портсигары. Пожалуйста. Иди, иди к дрянной бабушке. До свидания.
занимались русским языком. Два часа каждый день. Сейчас будем заниматься три часа каждый день.